Вы увидите все своими глазами, госпожа Пульвари. Рудра говорит, что любит Парвати. Он женился на ней. Но после свадьбы муж и жена спят отдельно, далеко друг от друга. Это же недопустимо, правда? Они спят вместе. Это так романтично. Что это, миссис Махини? Это уже слишком. Сделайте-ка вот что. Закапайте в глаза розовую воду. Правда, это прочистит глаза. И вы увидите, все таким, как оно есть. Вот посмотрите на них. Парвати спит на кровати с Рудрой, а не на полу. Видите? А что вы сказали мне? Пойдемте. Прошу, идемте. Дамьянти, я хочу, чтобы вы пошли и увидели это сами. Миссис Махини, скажите ей. Вы увидите, как прекрасна их любовь. И без промедления решите уехать утром. Раз уж они так любят друг друга, мы увидим это и за завтраком. В этом нет нужды. Нет, это необходимо. Сейчас самое время. И тогда вы точно крепко заснете. У вас будут сладкие сны. Ну что вы, Дамьянти, вы просто не понимаете. Объясни мне. Что ты делаешь в моей постели? Ну, это... Что это? Ты ищешь предлог подобраться ко мне? Скажи.
Чего молчишь? Если ты ко мне приблизишься... Хватит! Как вы можете так думать? Или вы просто говорите, не думая? Ради вашей чести я не думаю о своей. Те женщины пришли посмотреть на нас. Я... Одну минутку. Откуда этот звук? Покажите. Теперь вы не плачете. Что же это? Почему Парвати плачет там одна? Происходит в этом доме? Правда, мэм? Пару минут назад они были так счастливы, как два голубка. Они никогда и не были вместе, чтобы разделиться. У девушки совсем нет счастья в жизни. И как ему быть? Мой племянник... сделал ее жизнь несчастной. Госпожа Адамьянти, вы же сами видите, девушка в слезах. Будьте твердой, заставьте Рудру признать вину. И пусть Паро им займется. Вы будете учить меня моей работе? Нет, нет, я просто указала вам на это. Ты подошла ко мне. Ты мне улыбнулась. Какие сладкие мечты ты мне подарила. Теперь мое сердце поет и не засыпает. Что же мне делать? Что-то между нами. Что-то происходит между нами. Что-то происходит между нами. Боже правый, какая романтика! Парень уговаривает девушку. Его голос может быть и хриплым, но он поет для нее. Парвати, прости меня. Я тебя расстроил. Но я не могу видеть, как ты плачешь. Прости меня.
Идем в комнату. Конечно. Идем в комнату. Конечно. Сейчас вернусь. Тетя! Да? Что же ты, сынок, еще не спишь? Комары? Принести спираль? Нет. Я просто хочу спокойно поспать. Позволь сказать и тебе. Пора спать. Не могу, сынок. Когда в воздухе сырость и волнение, я никак не могу уснуть. Завтра будешь спать лучше. У меня в запасе есть снотворное для скакунов. Для скакунов? Да. Твои мысли... стремительные, словно скакуны, скачут галопом. Если они заснут, то и ты заснешь. И дашь поспать другим. Не радуйся. Тетя и те женщины видели, как ты плачешь, поэтому я и пришел к тебе. Так что не думай, что я пришел утешать тебя. Можно сказать? Что? Даже если весь мир на кону, прошу, не надо. Прошу, никогда. Не пойте ни перед кем. Пожалуйста. Тихо! Замолчи! Не смейся! Тихо! Я говорил тебе много раз! Смотри на меня, когда я говорю! Это похоже на шутку? Теперь я должен притворяться, да? Что я люблю тебя и забочусь о тебе, хотя я ненавижу тебя. Я тебя ненавижу. Я даже не хочу видеть твое лицо. Я задыхаюсь, оставаясь с тобой под одной крышей. Но ты используешь этот шанс, да? Майор, послушайте меня. Ну что случилось, скажите мне. Это то, что вы хотели увидеть, скорее. Я слышал и видел достаточно. Прежде всего, тебе лучше перестать лгать самой себе, что это обычный счастливый брак.
Хотя ты очень хорошо знаешь, что это не брак, а твое наказание. Это наказание. Не будь сейчас на кону моя карьера, я бы не согласился на этот брак и не мучил бы тебя. Вы не представляете, что я испытываю, когда слышу, что вы делаете это ради службы. Майор, чем бы это для вас ни было, это касается и моей жизни. И вас. И нашей любви. К черту твою жизнь! К черту твою любовь! Госпожа Дамьянти, это совсем не то, что вы подумали, это... Хватит, Парвати. Достаточно. Хватит всей этой лжи, обмана и притворства. Я с первого взгляда поняла, что это ваше любовное шоу, которое вы демонстрировали, было ложью. Рудра Пратап Ранават. Я знаю, как разоблачать людей и выяснять правду. Я узнаю, глядя на мужчину, ухаживает ли он за женщиной или он жесток с ней. Вам понятно это? Вы не правы. Ни этот снимок в газете не был его жестокостью ко мне. Не то, что вы увидели сейчас. Парвати, мы все слышали. Мы сами все видели. Как он мог? Вы позволите мне все вам объяснить? Парвати, дочка, забудь об этом. Зачем дальше лгать? Госпожа Дамьянти... Я могу говорить за себя. Я дам тебе один шанс объясниться. Говори правду. И так, чтобы я поверила. Иначе я уйду прямо сейчас, и майору придется искать новую работу. Скажите мне, что это? Круг. Что еще? Лицо моей бабушки? Это и правда круг, тетя. Но что это за круг? Да что угодно. Пури. Ноль. Что угодно. А еще? О чем ты? Земля, солнце, луна, браслет. Что угодно. И что ты хочешь этим сказать, Парвати? Парвати хочет нам сказать, что у каждого есть свой собственный взгляд на вещи. Так, Парвати? Да, госпожа. Я знаю, что вы гораздо мудрее меня. И знаю, что в жизни вы видели больше. Но я... Все, что я знаю, это... Это моя жизнь, и я знаю, что хорошо для меня, а что нет. Я согласна, госпожа Дамьянти. Все, что мы видим для нас, это правда. Но также имеет значение, кто видит, и что он видит, и как он понимает увиденное. Из-за снимка в газете
складывается впечатление, что майор очень жесток со мной. Но это совсем не так. Это ложь. Сегодня я расскажу всю правду. Когда моя жизнь была в опасности, майор рисковал собой каждый раз и защитил меня. Так было не один, много раз. От бандитов, от террористов. Он спас мою жизнь от кошмара. Я обязана ему своей жизнью. Но ни разу он не сказал, что я в долгу. Я люблю его. Я сама предложила жениться на мне. И той ночью, чтобы доказать свою любовь, я приняла вызов стоять на одной ноге. Я сделала это сама. Это значит, что майор не заставлял вас делать это? Нет. Моя любовь заставила. Госпожа Дамьенти, в газетах напечатана фотография, как я стою под дождем. Но то, что произошло потом, не напечатали. Как майор внес меня на руках в дом, как сидел возле меня. Сидел всю ночь. И первым делом, утром он спросил меня, в порядке ли я. Но если все так, тогда почему? Почему ваш брак заключен в такой спешке? Вас как-то принуждали к этому браку? Я уже говорила вам, госпожа Дамьенти. Я сама хотела выйти за него. А вы, майор, тоже хотели на ней жениться? Да.